На улице тихо, 9 градусов. Буська, наверное, в коробке сидит. Решила в обед ей еще подогреть, поставить водичку. Ну, не сильно горячую, а так. Баксик мне принес шнурочек, чтобы я с ним шнурком побегала, поиграла. Сегодня должна быть вода. Приготовила для стирки там. Ванна пустая, тоже подготовлена. Куртку еще хочу свою красную постирать. Так вроде не видно, а видите, лазью везде. Кормлю, рукава вообще это замуслыженные, аж стыдно. Вот. Да, Баксик? Ну, давай побегаем. Иди. На. Что-то он и не очень. Притащила, отгрыз тут уже. Что? На, давай. Пока у меня время немножко есть. Не хочется ничего такого делать, потому что воды нет. Ждем воду. Опять задерживается вода. Сколько у нас тут время? Ну, 20 минут четвертого. Ну, хорошо, если 4 дадут. Да, Баксик? Опа. Ну, я уже часиков 4, начало 5 пойду котиков кормить. Сейчас пораньше хожу, потому что темнеет раньше. Ну, дадут. Тогда хоть поздно, но дали. Ну, ничего, я думаю, дадут. Дима после обеда это посидел немножко, сейчас лежит. Занимается нашими совместными делами. Превьюшки делает, названия, в общем, на комментарии там отвечает. Все как положено. Ну что, ты принес мне шнурок, а сам бегать не хочешь. Все тогда, отдыхай. Так, ну, бусечки нету. Я ей обедать насыпала, она уже покушала. Надо водички долить ей. Мало. Сейчас достану полбутылки. Ой. Она уже такая остыла. Вот я в такой рукавчик ей засовываю. Придет, придет, а не придет, потом еще нальем. Так. Такой домик, ей хватает там места, а этой водички сейчас попить нальем. Я водичку ей отстойную тоже наливаю. В бутылке грею, в кастрюльке хорошую воду, не с ванной. Все, побегает, придет греться. Друзья, ну, не знаю, что сказать. Добрый вечер. Мне не могу сказать. Это ужас. Подхожу, думаю, что пакет на крыше лежит. И слышу из сарая такой плач, вот вы сейчас слышите. Как будто, как ребеночек. У меня аж руки, ноги затряслись. Думала, кто-то ребенка сюда подкинул. Господи. Захожу, а там, гляньте, маленькие два щенка. Глазки еще не открываются. Я даже не знаю, у меня сейчас рука трясется. Я не знаю, если бы только родила кто-то. Но они как-то еще вроде, даже не знаю. То ли кто-то родил только, или кто-то подбросил. В общем, я не знаю, что делать. Стою, думаю. Пока согреваю их холодные.
Я думала, вообще не живые. Один вроде плакал, там, аж в пакете. Я думала, в пакете задохнется, вытащила. Ой, боже мой. Наверное, заберу домой. Молочком накормлю. Что будем выхаживать, наверное. Я не знаю, что делать. Друзья, ну я уже дома. Тут все у себя перевернула. Нашла коробочек небольшой. Пеленочку такую старенькую. В общем, положила их пока, чтобы они хоть согрелись. Бутылочку, ну такую тепленькую, пока не горячую. Чтобы они чуть-чуть хоть лапки согрели, холодные. Ой, сейчас там у меня есть молочко, подогрею. Надо покормить их. Чуть-чуть тепленько. Так, пока прикрою. Вот так. Не вылази. Сейчас еще подогрею водички, чтобы было погорячее. Что это, этот коричневый вообще такой какой-то холодный. Может его прям на бутылочку положить. Вот так чуть-чуть пусть согреется. Она не холодная, не горячая сильно. Тепленькая. Ну кто ж так делает, а? И они кушать хотят. Ладно, сиди. Сейчас нагрею. Да, Баксик? Баксик, опять мамка кого-то притащила, да? Воды пока нет. Ждем. Друзья, ну что? Хочу покормить. В общем, взяла шприц. Хорошо, помните, я покупала пипетки две. Резиночку сняла, намотала на шприц. Молочко слегка подогрело. Но сейчас попробую дать, получится у них, чтобы пососать. Ну-ка, ну. Давай, тяни. У него сил нету. Давай, тяни, тяни. Даже не знаю, сосет он. Может, надо дырочку побольше сделать. Так, я сейчас попробую, ну, еще пока со шприцом. Баксик, чтоб еще не захлебнулся. Ой. Так, а ну тебе чуть-чуть. Не знаю еще поскольку кормить их, как. Ой, отцепись-ка. Так, а ну-ка. Ой, разлила. Баксик. Ой, ужас, ужас. Так, сейчас. Ну-ка, ну-ка. Ты будешь сосать? Ну. Стой, стой. Давай. Ну-ка. Ой, ты как же тебе в ротик попасть? А ну. Баксик, маленький, да ты ж не обидишь его, не бойся. Вроде сосет. Ой. Да. Думай, такие. Ой. Боже, что я все разливаю. Баксик. Ой. Сейчас. И большую дырочку не хочется делать, чтобы они не захлебнулись.
Ну-ка, давай. Сейчас еще, подожди, попробую чуть-чуть проталкивать. О, вода зашипела. Надо теперь посмотреть, сколько их раз в день надо кормить. Так, ты пока посиди. Ой, ну-ка иди ты сюда. Ой. Давай. Холодный. Еще водички нагреть. Вроде дырочка есть. Какая-то маленькая, что ли. Давай, хватай. Друзья, сделала побольше дырочку. Цыганскую иголку накалила, чтобы мог тянуть. Уже забыла, какой дырочкой, иголочкой делать. Но вроде это и тянет. Потихоньку, ну. Давай, давай. Соси, соси. Бобсик. Малыш у нас, да? Так, давай. Так, отдохни, сейчас этому дадим. Черненький какой-то побольше. Первый, наверное. Такой. Так. Стой, стой. И ты. Давай. Где твой ротик? Открывай. Друзья, ну, как смогла, чуть-чуть покормила. Сейчас еще водички нагрею. Пописали они, я им помассажировала животики, как вот собака и кошка лежит, я им помяла, они попискали. Вот, и вроде чуть-чуть так притихли. Ну, сейчас чуть-чуть попозже еще покормлю, потому что совсем по чуть-чуть поели. Ну, пусть пока. Я их большой, побольше коробочек, наверное, положу. Ну, хоть так сейчас сильно не пищат. Я так вот нажимала там пальчиком на писюшки. Не, уже не писает все. Это прям на руку мне писькали. Вода пошипела, пошипела и не пошла пока. Может быть, хотя бы в 6 часов пойдет. Баксик сидит. Я там уже чуть-чуть порядки навела за дверью. Сейчас тут еще у меня такая тоже
Есть пеленочка, надо будет их отдельно на тряпочку, чтобы попискали, а на пеленочке на сухой, чтобы сидели. А то, что они на пеленку попискали, все менять придется. Максик, ну как ты на это смотришь? Друзья, 6 часов без 5. Ну, в общем, минут 10 назад только вода пошла. Я еще стирку не запускаю, потому что вот так вот она по ниточке идет. Я ведра набираю. Ну, вроде не желтая. Это на всю. Вот, вот закрыто. Вот на всю. Открыла и по ниточке идет. Ну, ничего, пусть набирается. Вот. Здесь я уже понабирала. Спят. Чуть-чуть, видите, подкушали. Я чуть попозже еще покормлю. Бутылочку уже потеплее им поставила. Пригрелись. Пусть поспят. Вроде живые. Дышат, шевелятся. Посад, ну хоть не кричат. Пусть буду в этой пеленку будут пискать, наверное. А тут будут спать. Ой. Баксик, ты же не обидишь их? Ну что, будем растить, пока не научатся сами кушать, да? Друзья, это что-то с чем-то. Ну уже потихонечку так сосут. Прочитала, что их нужно каждые 2 часа кормить, делать массажик до и после, и чтоб и пописали, и покакали. Ну, массажировала здесь, извините за это, в общем, покакали. Один хорошо, другой чуть-чуть. Ну, сейчас еще покормлю. Я ж по чуть-чуть. Черненький тут хорошо прям уже начинает лакать, а этот немножечко с трудом не получается у него. Сейчас, сейчас, не плакунькой. Ой. Ой, мамочка дорогая. Еще нужно, чтобы и температура была, и кормежки, и... Стой, стой, стой. Сейчас, сейчас. Ой. Разливается. Сейчас, сейчас, не плачь, не плачь, сейчас. Сейчас, мой хороший. Сейчас. Давай, давай. Вот так, вот так, вот так. Давай-ка, открывай ротик. Давай, давай. Желательно еще кормить, чтобы на животике был. Ну, как вот у мамы. Как мама кормит. Стой, стой. Давай вот так развернем. Стой. Стой, 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 стой. Подожди. Где ж твой ротик? Давай. Поставила воду, речь сейчас водички еще им. Вон тепленько набирала, как покакали. Подмыла их, чтоб не было раздражения. В общем, грудные детки и все.
давай, писькай. Писька, пописька. Так, ну пока дети отдыхают, спят, в общем, я в перерывах искупалась, воды набрала, так все постирала. Сейчас нужно повесить. Куртку я уже повесила. Теперь это сейчас развешу. Все, у меня белья, в принципе, немного. Две стирочки сделала, только темное и куртку. Все. Окошко. А, Баксик, уходи, буду здесь закрывать дверь. В общем, я форточку открыла, чтобы она немножечко проветривалась, посушилась, и дверь закрою. Так, здесь я вот эту тоже сушилочку тоже стирала, надо положить на место. Тут водички щенкам налила, тут осталось сейчас еще Буся. Идет, ей тоже надо поменять горяченькую. Сейчас уже 9 часов. Еще кашу сварила. Также с фаршем, с этим, с хрящевым. Это для тех старшеньких щенков. Ну, в общем, сейчас Дима будет еще вечерний у него небольшой ужин. Сейчас чайник поставлю. Вот, ну. Теперь забот прибавилось. Да, Баксик? Ну что ж, будешь маме помогать. Да. Ночь впереди. Как будет ночь, посмотрим. Да. Друзья, 11 часов вечера. Мы уже собираемся спать, ложиться. Буси горячую бутылочку налила. Корма насыпала, она покушала. Не знаю, осталось ночевать или может бегает где-то. А мы переместились сюда, в эту комнату. А то там маленькая спальня, там соседка и сверху, и снизу бабулечки именно спят в этой маленькой спальне. Дима говорит, а то будут пищать всю ночь. А то, я думаю, ночью придется вставать, кормить. Вот сейчас они покушали. Бутылочка еще тепленькая, я уже без тряпочки положила. Мордахи такие. Я им тряпочку на тряпочку подстилаю, чтобы пеленки не записывали. Я на тряпочку пописали, я одну тряпочку постирала, это вторую приготовила на ночь. Животики помассажировала. Все, что ж вы там, вам там снится? Что ж вы за щенки? Простые или, может, вы какие-то породистые бульдожики? Все, угомонились. Доброй ночи.